В подмосковных поликлиниках с 1 сентября исчезнут очереди в регистратуру, как и сама регистратура. Ведь с начала осени пациенты будут записываться на плановый осмотр другими способами. Изменения происходят в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Плановая запись к врачам будет осуществляться через три вида. Либо через портал здрав.мед.ру, либо через колл-центр губернатора по телефону 8 800 50 30, либо через Информат. Информат – специальный автомат, установят в каждой поликлинике. Рядом с ним постоянно будут дежурить администраторы. Все возникающие вопросы можно будет решить с их помощью. Регистратуру упраздняют для оптимизации работы поликлиники и для сокращения длины очередей. Специалисты считают, что проект поможет быстрее получать квалифицированную медицинскую помощь, не тратя при этом время на ожидание записи к врачу. Планируется, что время ожидания сократится где-то на 15-20% даже. Если вот это все будет работать так, как задумано. Как будет работать проект «Бережливая поликлиника», узнаем уже совсем скоро. Но пока у пациентов остается всего пара дней, чтобы в последний раз постоять в очереди в регистратуру. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапчева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.